В России проходит неделя, посвященная безопасности детей на дорогах. Время проведения акции не случайно. Учебный год начался, многие ребята ходят в школу без сопровождения взрослых. Необходимо привлечь внимание общественности к проблеме снижения аварий с участием несовершеннолетних. В центре внимания юные пешеходы. Для них организовали флешмобы, открытые уроки и конкурсы. К примеру, с учениками 33-й гимназии встретился глава Засвияжского района Наиль Юмакулов. Вместе с ребятами он нанес надписи на тротуар перед пешеходными переходами. Молодцы, ребята, поаплодируем давайте мы с вами. Вон. Подобные надписи появятся вблизи пешеходных переходов рядом с учебными заведениями города. Глава города Ульяновска Сергей Сергеевич Панчин выдал указание на основных социально значимых объектах пешеходных переходов нанести так называемые призывы к соблюдению правил дорожного движения, которые адресованы не только подрастающему поколению, но и родителям. А вот сотрудники Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма отрабатывают правила с ребятами на практике. Младшеклассникам рассказывают о правилах прохождения через нерегулируемые переходы, правилах езды на велосипеде и самокате. Анна Тищенко, новости Ул-Правда ТВ.